Вот и добрались мы до Красноярского моря. И сегодня нам предстоит сравнить кадры, которые можно получить с обычного дрона, и кадры с FPV-дрона. И тогда уже можно будет четко для себя ответить на вопрос: а нахуа? Зачем это нужно? Зачем было вообще заморачиваться на FPV? Это оказался очень короткий полет, который закончился быстро и неожиданно. Поэтому давайте посмотрим его полностью, без всяких приукрас. А уже чуть позже полюбуемся на прекрасные виды скал в Бирюсинском заливе. Что-то недолго у меня получилось летать, буквально пара пролетов и все, батарейка села. И я вижу, слава богу, здесь сугробов нет таких, как там, где я потерял химеру. Дрон прям вон лежит на снегу. Подготовка должна быть более тщательной, то есть надо себе составлять чек-лист и по нему уже готовиться, потому что в итоге я забыл светофильтры дома. Ой, что же ты упал, бродяга? Винты все на месте. Видимых повреждений никаких нет. Во время полета система телеметрии начала сигнализировать о том, что низкий уровень заряда, хотя пролетел я буквально совсем немного. Ну, непонятно, возможно, просто батарейки подмерзли, но с другой стороны, в машине всю дорогу было тепло. Все-таки я немножко не понял этого финта, я летел абсолютно ровно, и вдруг он ни с того ни с сего просто шлепнулся. Как так? Заряд батареи колебался в районе 3,60-62. Но это же не повод падать. А если присмотреться, вон там вдалеке виднеются башенные краны. И вот эта вот пристань, это вот как раз, говорят, сеченская база, на которой как раз работает глушилка. Об этом я делал ролик, когда я запускал дрон Autelio 2 Pro здесь, в акватории, и чуть не утопил его, потому что практически полностью потерял на нем управление в какой-то момент.
Короче, попробую сейчас установить вторую батарейку и пролечусь еще раз. Может, где-то я допустил какие-то ошибки, непонятно. Но, блин, напряжение, не сказать, что уж сильно было высоко. Хотя, с другой стороны, высота этих скал порядка 200 с лишним метров. И, возможно, просто заряд весь потратился на эти скалы. Несмотря на то, что светит весеннее солнце, пальцы примерзают очень быстро. Прям мгновенно, можно сказать. Ладно, готов. Вот и второй раз упал. Что-то периодически возникают какие-то мощные помехи. Я так понимаю, может быть, вот как раз здесь эта глушилка и создает их. Дрон визуально целый, но урылся. Ну что же, как говорится, Wiederholen noch einmal. Повторим все сначала. Вдруг получится.
Короче, какие проблемы я выявил в процессе первых тестовых полетов этого квадрокоптера? Во-первых, что меня напрягает, это потеря видеосвязи даже на небольших удалениях. В определенных моментах связь пропадала прямо откровенно, но периодически восстанавливалась. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с глушилкой, которая работает не так далеко здесь. Хотя мы заехали достаточно далеко, и вряд ли она добивает до этой местности, тем более по низам. Возможно, это связано с антенной или неправильно установленными и настроенными патчами. С этим вопросом мы разберемся чуть позже, проверим все и протестируем. Достаточно смело, а точнее бестолково и безрассудно с моей стороны было в первый же полет лететь на скалы. И хорошо, что все завершилось хорошо. Хорошо, что у меня хватило и заряда батареи вылететь оттуда без последствий, и видеосвязь в этот период не терялась. Иначе не факт, что сегодня я бы уехал отсюда с квадрокоптером и с камерой, само собой. Поэтому на сегодня полеты на FPV квадрокоптере я заканчиваю. А чуть позже просто насладимся вечерними видами Красноярского моря с дрона Autel EVO 2 Pro. Тем более, что девчонки сейчас пошли на Козыреевский зуб. Попробуем слетать на него. Облетим его, поснимаемся, посмотрим. Поехали! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.